Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Вилли Токарев оставил многомиллионное наследство. Умер советско-американский певец, шансонье Вилли Токарев. Токареву принадлежала недвижимость в Москве, Нью-Йорке, Ялте. Более того, он владел яхтой, которая в настоящее время пришвартована на южном берегу Крыма. Журналисты посчитали, что двухкомнатная ялтинская квартира умершего артиста оценивается в 200 тысяч долларов, а московские апартаменты 60 квадратных метров стоят около 35 миллионов рублей. Также певцу принадлежал дом в США, где в настоящее время живут дети и вдова. По предварительным данным, родственники артиста будут в равных долях получать авторские отчисления за его песни. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.